чтобы не терять, соответственно, своих товарищей. Награда далась сильно большой ценой. Медаль далась 33-летнему полицейскому нелегко. Эту историю Юрий Рандошкин принесет через всю жизнь. В этот день, когда ему впервые пришлось применить табельное оружие и выстрелить в человека, чтобы обезвредить преступника, он потерял своего коллегу Динара Саматова. Сны не снятся. Нет такого. Ну, часто вспоминаю. Работать в полицию Юрий пришел 9 лет назад. Начинал в патрульно-постовой службе. В момент, когда на коллегу напали, был участковым. Тогда прийти в себя ему помогли не только родные и коллеги, поддерживали жители района, в котором он следил за порядком. Сейчас Юрий Рандошкин мечтает лишь об одном. Хотел, чтобы вообще в стране было тихо и спокойно, чтобы мирная жизнь просто так не уходили сотрудники, чтобы оставали живы, возвращались к своей семье. Свою первую медаль Юрий Рандошкин получил из рук премьер-министра республики Алексея Песошина. Через год на его парадном кителе появится еще одна за выслугу лет. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.